Меня зовут Михаил Сергеевич Бобков, я являюсь заведующим радиотерапевтическим отделением Тульского областного клинического диспансера, и мы занимаемся лучевой терапией злокачественных новообразований. Вся лучевая терапия, которая проводится пациентом в Тульской области, сосредоточена на нашей базе в городе Тула по адресу Яблочко 1Б. И благодаря современному оборудованию, которое было полностью обновлено, начиная с 2019 года, мы имеем возможность воплощать все самые современные методы лучевой терапии, которые могут быть рекомендованы нашим пациентам, в том числе методики, которые ранее на территории нашего региона не проводились. Лучевая терапия может проводиться как в самостоятельном плане, когда мы можем достичь полного излечения болезни с ее помощью, так и в комбинации с другими методами, хирургическим лечением, либо химиотерапией. И, что немаловажно, лучевая терапия находит свое применение также в паллиативном методе лечения наших пациентов, когда мы не в силах вылечить болезнь, но сможем с помощью облучения облегчить ее тягостные симптомы, например, болевой синдром при метастазах в кости. И на сегодняшний день могу с уверенностью сказать, что мы готовы принять и помочь каждому пациенту, который нуждается в облучении на территории нашего региона или который желает пройти на нашей базе.